Добрый день, избиратели 46-го округа, Каринская Светлана, кандидат по 46-му в горсовет. Мы здесь сейчас делаем ремонт, здесь будет наш штаб, штаб кандидата под коалиции 46-й, 47-й, 48-й округа Советского района и кандидаты от Первомайского района. Штаб у нас будет находиться на улице Российская, 8, это граница двух округов, то есть вот соседний дом, я его из окна уже вижу, это наш округ 46-й. Завтра здесь пройдет встреча с волонтерами, которые будут с нами, нам помогать в предвыборной кампании, а послезавтра штаб уже будет готов принимать избирателей. Избирателей Шлюза, 46-й округ, избирателей ЩА и АГЭСа, ну и Первомайского района. Вы можете приходить сюда со своими проблемами, Российская 8, левое крыло, став сам. Спасибо.